Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка огромного заказа от компании Siberian Wellness. У меня здесь две неприподъемных коробки, и я начну с самого начала. На самом деле, даже уже часть продукции отсюда, что-то забрали, что-то я отдала, что-то подарила. Ну вот сколько успеваю, столько и показываю, потому что продукт расходится на ура. Итак, первая это коробочка, откуда съеден уже один батончик. Это коробочка с батончиками YoGo, это линейка здорового питания для детей и взрослых. Нет, не для детей, все-таки для подростков и взрослых. Шикарные батончики, кстати, почему же не для детей? Дети тоже очень любят наши батончики, они полезны, они вкусны. И здесь у нас протеин, апельсиновый сок и натуральный витамин D2. То есть банана-мама с вишней и бананом называются эти батончики. Очень вкусные, я не могу остановиться, поэтому надо их от меня подальше спрятать. Всего я заказала штуку, наверное, 8, и еще с кокосом взяла на пробу. С кокосом еще не попробовала. Вот они, кстати, сверху с кокосом один. А, вот они, батончики. Так, этот в коробочку. С кокосом еще не попробовала, сегодня буду пробовать. Все, и расскажу потом, какие они вкусные. Но я уверена, что они вкусные, потому что все обычно покупаю по отзывам. Далее здесь у нас барага амарант, это под заказ, заказала подруга для своего сынишки, уже брали одну пачку, очень понравилось. Это рекомендуется всем, у кого есть аллергия. Аллергия, даже если болит горло, то рекомендует барага амарант. Он в виде капсул, то есть одну капсулку выпиваете, одну или две в день. Вот такие вот капсулки, одну или две, то есть нужно читать рекомендации. Все на сайте расписано, что, как пить, кому пить. В общем-то, мне очень нравится, что такой информативный сайт, и есть все сертификаты на продукцию. Так, вот таких коробочек должно быть две, но пока нашла одну. Это лесные ягоды, тоже серия YoGo, коллаген и гиалуроновая кислота. Я беру себе, уже не первую пачку буду пить, потому что, во-первых, это очень вкусный. Это просто потрясающе вкусный, классный напиток. Как открыть, не знаю. Сейчас узнаю. Вот, открыла. Классный, вкусный напиток. Здесь лежат у нас 5 вот таких пакетиков. Саше. Квертормашками достала. Один пакетик, на один день. Развести в стакане прохладной воды или комнатной температуры, как вы любите. Просто, когда он прохладненький, он такой вкусный, как морс из детства, со вкусом ягод. Выпиваете и получаете коллаген и гиалуроновую кислоту, которая нужна и для кожи, и для костей, суставов. В принципе, да, вы наверняка знаете, насколько коллаген и гиалуронка полезны для нашего организма. Поэтому я пью. Я знаю, что с одной пачки такого явного результата, конечно, не увидишь, поэтому я заказала их много. И вот такая гиалуроновая кислота с витамином С, тоже взяла баночку, потому что я пью, и у меня она заканчивается. Поэтому уже вижу результат, поэтому всем рекомендую. Гиалуронка – это вещь. Просто выпиваешь одну капсулку, и прямо на глазах идет преображение кожи. То есть она такая мягкая становится по всему телу, гладкая, мягкая, бархатистая. И у меня, кстати, ведь это же и для суставов очень полезно. И у меня перестал болеть сустав. Я думаю, что все-таки это гиалуронка, потому что я баночку практически уже допиваю. Я думаю, что это она так работает, потому что что-то еще вот сейчас, чтобы прям суставной сорбент или синхровитал, я взяла, я заказала, я буду его пить, но я еще не пила. И вот так даже не припомню, что я еще делала. Чистку я сделала. Сейчас пью детокс программу, детокс про актив. И я думаю, гиалуронка сработала таким образом. Перестал болеть сустав, и это очень классно. Заказала новинку — лактоферин. Лактоферин, я вам сейчас скажу, что это такое. Обеспечивает правильную работу иммунной системы, оказывает противомикробное действие, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и регулирует метаболизм железа. Кстати, заметьте, я стала мелкие буквы читать. Вы представляете, только сейчас поняла. Я перед этим пропивала как раз синхровитал, защита клеток зрения. Представляете, вот так работает. Что я заметила? Я заметила от синхровитала то, что мне перестали уставать глаза. Я очень много в телефоне и в компьютере, постоянно я торчу в телефоне и в дороге, когда трясет.
И, конечно, у меня обычно к вечеру просто глаза уже не видят, вот так вот прям фух, уставали. А сейчас классно себя чувствую, нет головных болей. Еще пила IQ Box для мозгов, ну и буду дальше пить разные продукты. Смотрите, читаю мелочь, я удивилась, кстати, даже не только сейчас это заметила. Поэтому лактоферин, у меня тоже должно быть 2 баночки на семью, на нашу. Так, далее. Корень. Это бальзам широкого спектра действия. Когда меня однажды девушка спросила, а для чего он? Я говорю, да для всего. Она, ой, для всего, это значит не для чего. Я говорю, ну окей, давай смотреть. Первое, при простудах. Турундочки в нос, натерли виски, если болит голова, в уши турундочки смочили, поставили, зубная боль, перхоть. Вообще восстановить волосы можно, просто маску сделать. Потрясли перед применением, волосы помыли, промокнули полотенцем, нанесли на все волосы, замотали в тюрбан, 30-40 минут, аромат невероятный, волосы потом просто божественные. Вот попробуйте один раз, вы потом будете говорить всем, чтобы они делали эту маску из корня. Потом суставы, мышечная боль, боль в поясницах, спине и так далее. То есть все, что болит, растяжение, ушибы, натираем корнем. Укусы насекомых, клещей, вернее, он даже отпугивает клещей и разных там, да, комаров, насекомых. Можно даже животных обрабатывать, то есть капнули на загривок, вот им, как обычно, да, волосы раздвинули, шерсть капнули, втерли. Во-первых, это безопасно, потому что все, что мы покупали от клещей, это химикозное, там помойте руки, смотрите, чтобы куда-то не попало, не купайте животное 3 дня. Да ладно, купайте, такая бутыль за 440 рублей всего, это просто кайф. Что еще? Грибок на ногах, на ногтях, можно прям маски, примочки делать. У кого вот прям кашель делают, да, вот прям фольгу, да, кладут, натираются сверху фольгу. Девчонки прям рассказывали, видео показывали. Вот где не болит, натерли, фольгу приложили. И где вот грудь болела, фольга в дырочку. Я удивилась, говорю, да ладно, надо быть, ну, будет, да, как-нибудь попробуем. Так что корень, он реально от всего. Что-то, может быть, забыла, геморрой еще, горло полоскать. Ну, там все надо разводить. Если вам интересно, напишите мне, я вас добавлю на канал, где я пишу как раз обо всем об этом. Ну а теперь шок-контент. Вот таких пачек мармелада, шиповник и малина, я заказывала 20 штук. Здесь, конечно, уже не 20, потому что я часть... Что-то мы уже съели, что-то я раздарила, я всех угощаю мармеладом. Папе 5 пачек, потому что он сказал, мне надо. И здесь, конечно, уже вот 6, 7, 8. 8, давайте вот так буду класть. Не знаю, видно вам или нет. 9, 10. Вот, смотрите, 12 штук осталось. То есть 8 уже улетели в добрые руки. В гости ходила с собой мармеладки, взяла в другие гости мармеладки. И понятно, да, что я и клиентам дарю мармелад, чтобы кушали и получали удовольствие. Здесь, наверное, тоже лактоферин. Да, видите, еще что-то не распечатала. Да, это тоже лактоферин, вот, про который я вам говорила. Одну сама пропью, одну Лере дам. Миша у нас тоже сейчас пьет, он задействован, ему потом. Так, далее, для волос. Вот тот самый крем-уход увлажняющий, про который я вам говорила, он действительно очень хорошо увлажняет волосы. Если они у вас сухие, плохо расчесываются, то вот прям на влажные волосы немножко крема раз, растерли и на волосы перенесли. Главное, не трите волосы, вот снимайте. Вот так вот отдавайте волосам, да, там распределить можно прядочками. Классный крем, он восстанавливает хорошо волосы, что я даже его всем рекомендую. А вот и вторая пачка, гиалуронка и коллаген. Пьем и становимся краше. Я это вижу, преображение, надеюсь, вы тоже замечаете. Многие мне писали, ну все, теперь Донскова ушла из Орифлейм и будет, да, все будет страшненько. Ну, как видите, все наоборот идет как бы на улучшение. Мне очень нравится состояние кожи, волос, моего внутреннего состояния, энергии. Я вижу, какие у меня родители стали энергичные, здоровые. Вот мы сейчас к ним поедем, они уже так, нам то-то привези, это у меня кончается. То есть мы все сверяем, если что-то заканчивается, нужно повторить, обязательно повторяем. Так, масочки. Сейчас я смотрю, у меня их тут несколько, я их сразу вам покажу. То есть вот эти 2 под заказ, а эту еще себе взяла. Маска для лица обновляющая. Знаете, чем она мне понравилась, эта маска? Она с розовой глиной.
Она очень хорошо ухаживает за лицом. Такой тюбик масочка. Сколько здесь миллилитров? Не знаю сколько. Ну, наверное, 50. Да, 50 вижу. Ох, у нее такой богатый состав. То есть здесь очень много всяких травок, которые даже, да, там произнести. Смотрите, экстракты саган дайли, элеутерако, красная щетка, моралий корень, байкальский шлемник, ниацинамид, биовитамины группы В, витамины Е, Ф, масло ши, масло рисовых отрубей, розовая глина, гидролатные роли, воск дамасской розы, комплекс растительных экстрактов эндемикс. Ух! Состав обалденный, кожа от нее просто волшебная. Поэтому я себе повторяю и расхвалила подруге. Она говорит, закажи мне маски. То есть здесь одна очищающая с красной глиной и углем. То есть у нее жирная кожа, особенно вот Т-зона очень сильно выражена. И она ее почистит, а этим восстановит. Я говорю, давай, пробуй, расскажешь потом, как тебе. В общем-то, приятно, когда люди дают хорошие отзывы. Чай комфортное пищеварение, это для папы, мы тоже пьем такой чай. Он рекомендован всем, у кого вот проблемы какие-то, да, там с кишечником, да просто вот для того, чтобы все хорошо работало. У него тоже классный такой состав. Курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист подорожника, трава володушки или володушки, не знаю, как правильно сказать. В общем, чаечки классные. Это снова маме, пульсбокс. Она, кстати, у меня уже 3 пачки пропила, и сегодня я с ней разговаривала, и она говорит, я, наверное, перерыв сделаю. Я говорю, ну окей, ну на всякий случай, пусть будет, если вдруг попрет опять давление, у нее реально давление. Я говорю, мам, ты точно не ошиблась? Мои подписчики не верят, когда я вам рассказывала, что у нее до 240 поднималось, и кто-то мне писал, что это вранье, такого быть не может. Может, может. Она даже ведет дневник давления. И у нее там записано, когда какое, потому что она стояла на учете у кардиолога и у, как это врач называется, вот, который по давлению, кардиолог ей сказал, так, на полгода я с вами прощаюсь, пока допейте там таблетки, лекарства, но у нее все равно вот так вот оно скакало. И сейчас она пьет пульсбокс, и она говорит, Лиль, вот оно, классно, видишь, 160 максимально, выше так вот не прыгает, то есть когда вот бывает метео там какая-то, проблемка, да, там что-то там химичит наверху, у нее летит давление вверх, с пульсбоксом очень хорошо. И в принципе оно хорошо для сердца, именно вот этот пульсбокс, и чистит холестерин, то есть чистит сосуды. А когда сосуды чистятся, соответственно, улучшается общее состояние. Крутой пульсбокс. Если она сейчас откажется, я сама его попью, потому что у меня тоже бывают проблемы. Кстати, а почему бы и да? Мне действительно его можно спокойно попить, потому что и холестерин, в общем-то, ближе к 50, когда, да, уже всякое может быть. Так, одна коробка пустая, берем следующую. И, как обычно, куча мармелада. Вы спросите, зачем так много мармелада? Ну, во-первых, он полезный, он разный. Есть мармелад для иммунитета, есть мармелад, например, вот как релакс-мармелад, он для того, чтобы успокоиться. То есть на ночь попил чаечку с мармеладиком и спишь себе спокойно. Вот такой мармелад, персик манго, он с биотином, он для красоты волос, ногтей и кожи. И он просто очень вкусный. Персик и манго, да, вот я, у меня их две тут. А это какой? Тропические фрукты, это очень вкусный мармелад. Далее, черника, а вот еще один малина-шиповник. А он в другом заказе, значит, он не... Да, в другом заказе. Черника для зрения. Тоже очень вкусный, полезный. Еще персик манго. И облепиха пряная корица. Слушайте, ну, мармелад улетает очень быстро. Я могу сказать, что я его весь взяла бесплатно. По сертификату. То есть у нас здесь в компании есть сертификаты, когда ты идешь по клубу, например, клубу 200 или по быстрому старту, то дают денежные сертификаты, меняй на что хочешь. И вот у меня этот сертификат был уже, по-моему, на 3000 и один на 2,5, потому что там по быстрому старту их делят, и каждый месяц, несколько месяцев подряд ты получаешь сертификат, сертификат, сертификат. Так очень удобно. И я набрала этого все бесплатно. Поэтому я это кушаем и спокойно. Я всем дарю, я всех угощаю. То есть это идет как ну, бесплатное вложение в бизнес. Да, я этот сертификат могла потратить, например, что-то для себя, но
Мне достаточно просто, потому что норма 200 баллов, ой, вот еще один облепиха пряная корица, норма 200 баллов, это всего 8 тысяч. 8 тысяч, 2 потом возвращается, то есть к оплате по факту 6 тысяч всего за заказ, поэтому нам на всех очень много нужно продукции, и поэтому такие большие заказы. И уже заказывают тоже, люди просят. Подруги уже кто узнал, что да как, просят продукцию, знакомые, кто-то узнает, из чата заказывают. Так, этот крем для себя сейчас открою, покажу, как тебя открыть. Вот. Я сейчас пользуюсь кремом для упругости, потому что кожа, особенно вот это подвижное веко, оно немножечко с возрастом как бы, да, растягивается, проседает, становится более таким мягеньким и как бы нависает, и глаз припущенный становится. И вот я сейчас пользуюсь кремом тоже серия Эксперальта для упругости именно, но хочется разнообразия, попробовать разные, поэтому я взяла крем, который все хвалят, с омега-кислотами и бета-кератином. Многие сказали, что им этот крем больше понравился, и я не вытерпела, думаю, дай-ка я тоже попробую. Мне нравится, что у него такой маленький носик, откуда достается крем, чтобы не в баночку лазить. Очень классный, удобный, легенький тюбик. И сам крем. Сам крем. Значит, что у нас здесь? Облепиха. А, нет, омега-кислоты и бета-каротин. Почему я думала, что облепиха? Сейчас посмотрим. Пахнет вкусно, аромат такой приятный. Ну-ка. И он жирненький. То есть, если крем для упругости кожи, его прям наносишь, он тут... его нет, он просто гладкий остается, то есть вообще липкость, то этот, да, он помягче, он пожирнее, вот я его еще пока чувствую, тот бы уже у меня ушел, но впитывается быстро, легкий есть аромат. Что здесь у нас по составу, давайте посмотрим, написано: нежный крем с комплексом полезных омега-кислот, полученных из масел семян клюквы, облепихи и рыжика. Вот почему я думала, облепиха-то. Создан специально для борьбы с первыми признаками возрастных изменений. Стимулирует микроциркуляцию, заметно сокращает мимические морщинки, отечность, темные круги под глазами. Натуральные экстракты льна и овса обеспечивают мощную антиоксидантную защиту и эффектное восстановление кожи век. Попробуем. И тут активные компоненты масла клюквы, рыжика, омега-кислоты разные, облепиха. Но это я уже все читала. На-на-на-на-на-на. В общем-то, взяла два, потому что я когда чем-то начинаю пользоваться, у меня тут же, а мне, дай кому-нибудь расскажу, а я скажу сразу. На. Потому что у меня крем уходит очень хорошо, я всегда утром и вечером ухаживаю за лицом, даже если я смертельно уставшая, я всегда умоюсь и нанесу уход. Это необходимо, поэтому это всегда в моем рационе есть. Все, он впитался тоже достаточно быстро, то есть пока из ванной дойдешь до косметического столика, чтобы делать макияж, крем уже не будет беспокоить. Мягенько, гладенько, нежненько, все хорошо. И снова Лопутоп. Он практически в каждом заказе у меня есть этот Лопутоп, но он крутой, вкусный витаминчик. Смотрите, здесь огромное количество, это практически вся группа В, витамины группы В, витамин А, витамин С, D3, Е, ПП, ниацинамид и фолиевая кислота. То есть, в общем-то, вкусные, классные, обалденные витаминки, они еще хрустящие, и хочется есть и есть. А их можно только 4 в день скушать, а хочется всю банку схрумкать, потому что они очень-очень классные. Так, я заказала, вы, может быть, о, еще одна пачка мармеладок. Прополис, как же без прополиса? Прополисный мармелад, он, знаете, для чего? Он такой терпко вкусненький, защищает полость рта от развития вредных бактерий, снимает воспаление и ускоряет восстановление слизистой. И еще и заряжает энергией. Такая гора мармелада. Супер. Я очень люблю сладкое. И сейчас я не ем практически вообще конфеты всякие. Я ем просто мармелад. Мне нравится. И вот батончики теперь появились на складе. И меня просто разобрало. Вы знаете, я себе заказала аромат одноименный, он с инжиром и мандаринами. Я вам даже его сейчас покажу. Вот он у меня стоит. Вот,
вот этот аромат, он оказался для меня вызовом. Вот знаете, аромат вызов, я его все время хочу нюхать, он меня вдохновляет, он меня бесит, он меня заставляет жить. Вот понимаете, это такой микс нереальных нот, я его всем рекомендую. И когда я увидела, что к нему есть крем, лосьончик для тела, я думаю, мне надо, потому что этот аромат, он меня просто выбил из, знаете, вот как это сказать, когда ты вот привыкаешь к ароматам, вот что они определенным образом, да, на тебя воздействуют. Ты знаешь, этот вдохновит, этот уравновесит, этот будет, да, добавить сексуальных ноток в твое поведение. Другой аромат включит мозги, даст идеи, да, саккумулирует. То этот аромат меня свел с ума. Я вообще не знаю, что он со мной делает. Я просто его хочу всегда. Он просто нереальный. Поэтому у меня теперь будет к нему подруга. Подруга или друг, это молочко, как тебя открыть, сейчас подцеплю. Я сделала ногти, они же не такие острые, как свои. Я все-таки решила, что да, надо иметь ноготочки гелевые. И теперь у меня будет этот еще и лосьончик, чтобы усилить аромат, продлить его стойкость и больше удовольствия. Боже, как же он мне нравится. Вот попробуйте. Жалко, нет пробников. Ну, кстати, есть такая новость, что уже вот-вот, прям где-то сентябрь, октябрь, у нас появятся мини-ароматы по 20 миллилитров. И обещают пробники. Ой, как он хорош. Смотрите, вот эта капля мне на всю руку хватило растянуть. Я не могу. Я просто хочу его постоянно дышать, дышать и дышать им. Это какой-то мой прям аромат, хотя когда я его первый раз понюхала, он мне не понравился. Что я себе еще заказала? Шампунь увлажняющий. Я попробовала шампунь восстанавливающий. Дочка себе заказала серию, маску и шампунь. Мне не подошел. Он мне прям вот утяжеляет волосы, я не могу им пользоваться. То есть я помыла, и у меня нет ощущения, что-то не так. Летят пышные, воздушные. Я взяла себе шампунь для объема. И, о боги, как он мне подошел. Мне же нравится, что шампунь без всяких там силиконов, парабенов и так далее. И что там еще, да, чего мы боимся-то в шампуне, я же забыла. В общем-то, бессульфатные, да, вот, бессульфатные шампуни. И он мне идеально подошел. Но мне же интересно теперь дальше. И я взяла шампунь увлажняющий, потому что мне хочется мои волосы увлажнить, разгладить, чтобы они были у меня еще краше, потому что я хочу длинные прям волосы отрастить. Вот, поэтому надо, конечно, подобрать. И неожиданно я взяла укрепляющий крем для лица. Он был по акции, и они пишут, возьми, скидка 50%, и он будет всего там 2 с чем-то тысячи. Я думаю, ну так он стоит 4, думаю, ну за 2 еще вернется 25%, ну как не взять-то, ну хочется же укрепить кожу лица, поэтому взяла, хотя у меня стоит Бионетика, ждет, когда у меня закончится интеллектуальный крем, то есть я сейчас пробую, мне интересно попробовать разные серии, чтобы вам потом рассказывать, что мне понравилось, там, что не понравилось, что подошло, что я рекомендую там для кого-то, там, может быть, более взрослых девочек и так далее, или для молодежи, то есть, ну, чтобы быть в курсе. Вот, все берут, и я взяла. Это криолифтинговая маска для лица с морскими водорослями. Знаете, я взяла себе в старого образца еще, когда, ну я же не понимала, я только пришла, смотрю, маска в распродаже. Я взяла, попробовала, да, классная, да, она как лифтинг эффектом обладает, ну, хорош. А девочки говорят, о, нет, ты не пробовала новую, вот новая, классная. Думаю, ну что же делать, надо брать. Вот, я взяла, попробую. Вот такая масочка, я вам потом расскажу. Она, говорят, прям ух, ух, как работает, как патч. Все разглаживает и все подтягивает. Давайте посмотрим, что у нее в составе. Покажите нам состав. Не вижу состав, ну что, а вот, мгновенное безупречное преображение, охлаждающая маска наполнена бодрящими растительными экстрактами и комплексом из 5 морских водорослей и ниацинамида, пробуждает кожу, стирает следы усталости, уменьшает отечность, оказывает лифтинг эффект, незаменимый в жаркую погоду в режиме цейтнота. Слушайте, все, прям хочу, завтра буду ее делать, хочу
попробовать, что-то нереально. И взяла чай «Сердечный комфорт», одну пачку себе, одну папе отвезу сейчас. Поедем и одну пачку папе. Давайте свою открою, как раз она вот помятая такая. Я ее открываю. Что у нас здесь для комфорта? Плоды боярышника, трава зизифоры, трава пустырника, трава горца птичьего спорыша, трава мелисы и листья смородины. Листья смородины — это очень вкусная и действительно полезная такая добавка. Сейчас открываем. Конечно, они хороши. Аромат чая потом раскрывается, когда он настоится, его нужно минут 15 настоять и пить сразу, как напиток. Можно прохладно, можно горячим, каким угодно, можно как чай с мармеладом. Я с мармеладом пью. В общем-то, буду сегодня пробовать. И последняя коробочка, заказала себе вот такой гигант. Это Flex Cube. Flex Cube — это защита хрящевой ткани, поддержка суставов, гибкость и выносливость. Я все про суставы, потому что это моя боль. И когда я сходила к мануальному терапевту, он мне сказал: о, у вас вообще тут все очень плохо, надо вас срочно брать в оборот. И они мне дали программу на 10 дней, с расчетом там получилось около 38 тысяч на 10 дней. Это каждая встреча примерно час, час 20, максимум полтора. И я такая: так, интересненько, 38 тысяч, или попробовать попить активненько гиалуронку и вот это, и синхровитал еще есть у нас, и есть и то. Думаю, дай-ка я попью несколько месяцев по суставную программу и посмотрю, что выйдет. Коробка такая прям внушительная, очень тяжелая, и хочется заглянуть вовнутрь, посмотреть, что здесь скрыто. Только вот как ее открыть, вы не знаете, она так хорошо упакована. Нужны ножницы или нож. Сейчас ждите меня. Берем ножницы и вскрываем аккуратненько, потому что спасение утопающих, как говорится, дело рук самих утопающих. Если можно это сделать... Ого! Ого, на минуточку 6 штук. Но тут 4, наверное, омега, усиленная какая-то прям дозировка. И 2 таблеточки. 2 таблеточки. Вот на 30 дней буду пить и смотреть за состоянием. У меня, кстати, уже стало ощущение гораздо лучше, легче. Знаете, что я пила? Я пила гиалуронку, вот то, что я вам показывала. И я вспомнила, я же еще степ-бокс пропила. Там осталось буквально 2-3 пакетика. Я покупала вот такой же, вот в такой упаковке степ-бокс. Посмотрите на него. И он для того, чтобы вот там все кровообращение усилить, чтобы не было застоев, там у кого там ноги отекают, ры-ты-ты. И я перед тем, как поехать в Узбекистан, я купила степ-бокс и начала его пить перед поездкой и с собой взяла в поездку, пила там каждый день. У меня вообще ноги не уставали, вообще. То есть обычно у меня в путешествиях, когда перелеты, много переездов, много ходим, мы спали 4 часа в сутки, не более того. Один раз только 5 часов поспали, 4, в основном 3,5-4. И при этом ноги вообще ни разу у меня такого не было, чтобы я сказала: все, я не могу идти, у меня ноги отваливаются, спасите, мне надо ноги в холодное, вверх поднять. Ни разу. Я всегда ложилась спокойно, просто отрубалась, потому что мы много ходили, и ноги меня не беспокоили ни разу. Я оценила, это очень крутой продукт. И вот сейчас попробую такой Flex Cube, буду пить и вам тоже рассказывать. Потому что кто-то меня спрашивает, как тебе продукт, и я честно говорю, крутой продукт. Я вижу результаты, даже вот просто мармеладку ешь, уже есть результаты. Вкусно и полезно. Я вас благодарю за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если... может быть, я что-то неподробно рассказала, посмотрите на сайте, напишите мне, я вам скину ссылку. Если вы хотите оформить себе карту клиента или стать бизнес-партнером, то под видео в описании есть ссылка. Просто переходите по ней и оформляйте, чтобы попасть ко мне в команду. И мне придет письмо, я с вами сразу свяжусь, я позвоню. Мне многие говорят: неужели сама Донскова звонит? Вы настоящая? Я говорю: да, я настоящая, я всем реально звоню. Максимально стараюсь, как говорится, да, каждому уделить внимание,
чтобы вы чувствовали, что вы не просто пришли в компанию, вы пришли в команду, вы пришли к наставнику, который о вас будет заботиться. Я рядом, я помогаю, я все направляю вас всегда. Поэтому приходите, если вам нужно, если все откликается, хотите пробовать продукт, хотя бы начните с клиента, потому что можно выбрать, как бизнес-партнер регистрироваться или как клиент. Начните как клиент. Попробуйте продукт, если вам он понравится, вы это сразу почувствуете, то потом будем уже выстраивать бизнесовые отношения. Хорошо? Спасибо вам за внимание, всего вам доброго, крепкого сибирского здоровья и до новых встреч. Всего доброго, пока-пока.